27 со всей России. Делегация Лиги юных журналистов в составе 27 человек высадилась на Артековскую землю, чтобы показать силушку операторскую и мощь журналистскую. Ну что стоим? Поехали! Это наш медиа-волонтер Мария Баженова. Именно она рассказывает нам о всех тонкостях журналистской и операторской работы, редактирует вместе с нами тексты. И уже сегодня перед нами Мария поставила несколько задач. Снимать телесюжеты обо всех мероприятиях, которые проходят в Артеке, писать посты и делать бэкстейджи. Артек – это островок детства, куда приезжают много разных ребят, и каждый здесь себе находит занятия по душе. В этом году Артек встречает детей со всех уголков нашей земли. На побережье Черного моря приехали ребята из Великобритании, Ирана, США, Канады, Израиля, Египта, Кипра и многих других стран. На протяжении всей смены мы обязательно с ними пообщаемся и расскажем об их артековской жизни. Лига юных журналистов работает 24/7. Наши жилетки мелькают на всех мероприятиях, на открытии смены, на общелагерных конкурсах, мастер-классах и встречах с интересными личностями. Мы расскажем и покажем то, что происходит на нашем большом островке детства.